этот фильм об истории создания одного из выдающихся произведений советского зодчества. Фильм о мавзолее Ленина. Горки, 21 января 1924 года. На 24 января правительственная комиссия поручает Алексею Викторовичу Щусеву спроектировать и построить за 3,5 суток временный склеп. Склеп, в котором будет установлен гроб с телом вождя, склеп, доступный для посещения. Архитектор работает всю ночь. К утру эскизный проект готов и утвержден правительственной комиссией. В тот же день выполнены рабочие чертежи. Президиум в ЦИК принимает решение соорудить склеп на Красной площади у Кремлевской стены, там, где не раз выступал Ленин. Скованная морозом земля не поддавалась ломам и лопатам. На помощь были вызваны подрывники. С исключительной быстротой за 35 часов временный деревянный мавзолей был построен. Архитектор и строители выполнили свой долг. 27 января в точно назначенный час состоялись похороны Владимира Ильича Ленина. Наступлением весны вместо временного склепа предстояло построить мавзолей. Перед Щусевым встала трудная задача возвести небольшое деревянное сооружение среди каменных зданий величественного ансамбля Красной площади. «Может быть, уместно будет, — писал в газете «Известия» Красин, — над самым гробом Владимира Ильича придать сооружению форму народной трибуны. В напряженном творческом поиске родился образ мавзолея, известного миллионам. Общая форма — форма усеченной пирамиды с равноубывающими ступенями. Главная идея — мавзолей-трибуна. С марта по апрель ведутся строительные работы. В качестве материала выбирается прочнейшая архангелогородская сосна. Доски обшивки скрепляются медными гвоздями с граненными декоративными головками. Мавзолей-трибуна. Вот главное его отличие от всех мемориальных сооружений мирового зодчества.
прошло 5 лет. Образ мавзолея стал близок и дорог к трудящимся всего мира. В 1929 году было принято решение построить мавзолей из долговечных материалов. Учитывая это, Алексей Викторович Щусев начинает работать над дальнейшим развитием образа мавзолея. Этот проект утвержден. Но архитектор продолжает искать наиболее выразительные формы силуэта. Его не удовлетворяет дробный ритм ступеней. Через день после утверждения проекта он объединяет 3 небольших ступени в одну, тем самым усиливает монументальность облика мавзолея. В ступенчатой форме мавзолея отчетливо ощущаются уступы перекрытий траурного зала. Перед нами проекты интерьеров, выполненные Щусевым. Архитекторам удачно решена проблема организации движения непрерывного потока людей. Огромное внимание Щусев уделил эмоциональному воздействию траурного зала. Его пропорции величавы, приглушен свет, лаконично цветовое решение. Лишь пурпур склоненных знамен фриза вносит динамику в торжественный покой траурного зала. В котловане, вырытом под всем объемом мавзолея, на песчаной подушке установлена монолитная железобетонная плита, основание для стен мавзолея. Возведена опалубка для железобетонного перекрытия. Вся конструкция мавзолея обеспечивает незыблемую прочность сооружения. Художественная выразительность сооружения усиливается простой лаконичностью геометрических форм. Горизонтальные объемы, вертикальные грани каменных блоков, линии портика создают мерный и гармоничный ритмический строй. Всем своим обликом сооружение говорит, что оно рассчитано на века. В композиции мавзолея обращает на себя внимание интересная деталь. Левый угол прямой, ограда повторяет его форму. Правый угол решен более сложно. По мнению Щусева, это способствует органической связи мавзолея с асимметричной застройкой Красной площади. Эта фотография свидетельствует о чрезвычайной требовательности художника к своей работе. Убедившись, что уже готовая округленная по углам ограда не гармонирует с очертаниями сооружения, он изменяет ее. Опытный строитель, знающий свойства материалов, Щусев сам отбирает нужные сорта камня в карьерах Украины и Карелии.
Вес блоков от 1 до 10 тонн. Монолит, перекрывающий вход с надписью «Ленин», весит 60 тонн. Цветовое решение определяется идеей произведения. Основные цвета – красный и черный. Архитектор вводит и нейтральный серый цвет, чем обогащает цветовое решение мавзолея. Художественное чутье подсказывает архитектору, что чрезмерная тщательность в подгонке одинаковых по цвету блоков создаст ощущение монотонности. Он оживляет массив каменной кладки, стыкуя различные по тональности блоки. Цветовая гамма мавзолея прекрасно включается в единую цветовую палитру всех сооружений Красной площади. Не менее важным было связать мавзолей со всеми окружающими зданиями и по высоте. С этой целью Щусев прибегает к системе простых кратных соотношений. Высота мавзолея относится к высоте торговых рядов как 1:2, к Сенатской башне 1:3, к храму Василия Блаженного 1:5, к Спасской башне 1:6. Характерная особенность древнерусских сооружений – ярусность их построения. Щусев повторяет этот прием не формально, а творчески развивая его. Он трактует ярусы мавзолея в иных ритмах, отказывается от завершения мавзолея шпилем или шатром. Прекрасно понимая, что он создает современное сооружение, Щусев использует и приемы художественного контраста. Добиваясь монументальности сооружения, архитектор противопоставляет дробной ритмики окружающих строений, мерный ритм уступов мавзолея. Изобилию деталей, определенных модулем кирпича, простоту и лаконизм крупных блоков. Матовым поверхностям кирпичных стен блеск полированного гранита, микронную точность обработки всех элементов. Значение мавзолея в ансамбле Красной площади усиливается и расположением справа и слева от него, вдоль Кремлевской стены, массивных каменных трибун. Архитектурные формы мавзолея в своей простоте и законченности воспринимаются почти как скульптура. Мавзолей Ленина, этот идейный и художественный центр Красной площади, доминирует в прекрасном архитектурном ансамбле. В дни знаменательных событий мавзолей – главная трибуна нашей страны. Thank you.
мавзолей Владимира Ильича Ленина неразрывно связан с образом великого вождя, гениальные идеи которого будут жить вечно.